технически мост в Крым построить невозможно. Его невозможно построить... Его не будет. Его никогда не будет. Все, что мы имеем, то есть мы имеем только мифологизацию, mm-hmm. и вы видите даже, вы об этом говорите, что никакие работы даже не начались. Там вбить сваи невозможно, а установить какие-то конструкции невозможно. Ясно становится, что никакого моста, конечно, не будет построено. У России нет таких технологий для того, чтобы строить такой мост. Не будет там моста никакого. Не будет. Они будут эти сваи убивать, что не одно десятилетие. Я забиваю сваями, я сваи забиваю. До отметки, до отказа, пусть не просто, пусть не сразу. Я забиваю сваю, я сваю забиваю. До отметки, до отказа, да. Руками, когда что-то не так, можно чахлую совесть продать за пятак, можно прыгать и плакать, что нечем дышать, а по мне так лучше строить, чем разрушать. Кто-то забивает людям кашей мозги, кто-то просто забил на все от тоски, кто-то до краев патронами забил автомат. Я другое кредо забиваю в сармат. Я забиваю сваями, я сваю забиваю. До отметки, до отказа, пусть не просто, пусть не сразу. Я забиваю сваю, я сваю забиваю. До отметки, до отказа, да. Отличная работа, Россия. С наилучшими пожеланиями из Англии. Поздравления из Ирана. Я желаю мира для русских и украинцев. Это отличная новость для жителей Крыма. Высшее руководство в Киеве и в Вашингтоне, должно быть, сходят с ума. Да здравствует Россия, последний бастион западной культуры. Россия строит мосты, США бомбят больницы. Я так счастлив за Россию, как будто это моя собственная страна. Я американец, который говорит: поздравляю Россию и Крым с поистине историческим событием. В Соединенных Штатах это заняло бы лет 10 и стоило бы в 3 раза больше первоначального бюджета. В моем городе Коннектикут потребовалось 3 года, чтобы заменить мост длиной 35 метров. Удивительное достижение. Поздравляю. С наилучшими пожеланиями из Австралии. Путин должен быть президентом мира. Замечательное достижение. Хорошие работники. Поздравления из Канады. Вместо борьбы Россия объединяет людей. Вот почему Америка всегда будет террористической страной номер один в мире. Поздравляю Россию из Калифорнии. Отличная работа, самый впечатляющий инженерный подвиг. 10 из 10. Да здравствует Крым, с любовью из Бангладеш. Отличная работа, поздравляю, я бы с удовольствием пересек этот мост. Я думал, что Россия обанкротилась из-за всех этих санкций. Так говорила западная пропагандистская машина. Вперед, Россия! Вы настоящая страна. Любой умный и свободный человек должен понимать, насколько вы важны, защищая нас от сионистского монстра. Удачи, России, с любовью от китайского народа. С любовью к России из Великобритании. Прошу прощения за наше коррумпированное правительство. Поздравляю вас со строительством 8-го чуда света. Друзья, на днях мой канал пересек рубеж в 100 тысяч подписчиков. За это я вам всем очень благодарен. Всем, кто меня смотрит, огромное спасибо.